Мы ему 20 тысяч дали с весны, он еще 60 требует. Я пока говорю, люди согласятся, я отдам. Да. Приходи, никаких и все. И он ничего лучше не придумал, как воду нам он. А каким образом? Он приходит, говорит, давайте 60 тысяч. Он мне говорит, ты председатель, плати мне. Я говорю, люди скажут заплатить, я заплачу. Потому что весной на собрании очень много шума было. И тянули все на меня, что я разбазариваю эти деньги. Вот тому 80. Я говорю, хорошо, я буду слушать вас. Как вы, ваши деньги?